19 мая состоялся второй этап чемпионата Молдовы по картингу. Его организатором является Федерация автоспорта Молдовы, а спонсором – компания «Бимол». Так же, как и первый, второй этап проходил в Кишиневе под мостом на телецентре. Участников соревнований не испугала даже пасмурная погода. Для второго этапа чемпионата компания «Бимол» также приготовила премии для каждого из четырех финалистов – карты номиналом в 100 литров топлива. Но победителями чемпионата стали в категории «Ротор Макс» Евгений Мунтиану, в категории «Национал 60» Виктор Ферраро.